Всем привет, мои дорогие! С вами Таурус, с вами Алексей Смирнов. Всем привет! Мы хотим выйти отсюда, но нас не пускают, закрыта дверка. И мы хотим записать удачный дубль, потому что мы уже записали... А, мы уже убили 35 монстров где-то, а я понял, что я не записываю. Это было ужасно, на самом деле. Так. Ты хочешь со мной поспорить за звание того человека, который будет открывать двери? Да. Двери открывают только звери. Да. Последние пару уровней у нас были секретными уровнями, и там было много монстров. Я полагаю, что сейчас у нас все-таки полегче будет, да? Ну, последний уровень это просто. Как сказать? Полегче будет, но будет куча пулеметчиков. По-моему, 4 кибердемона было, да? Твою мать, я снова упал! Ну хорошо, но здесь, я знаю уже, что здесь есть вот такой секретный хороший костюмчик. Потом вот так вот поднимается лесенка, и все круто, в общем. Кстати, вот тут, по-моему, секретка где-то, тынк гуляет. О, я куда-то поднялся, интересно. Но я не помню, как туда попасть. Вот, посмотри назад. А, вижу, все. Какой имп? Наверху там где-то имп? Все, вижу, нашел. Секрет из ревилд, это хорошо. Ну да. По секретам надо всегда держаться на уровне. Как ты туда попал, кстати? Я вообще не помню, куда я попал. Не поймешь? Ну я, ты... я думал, что я попаду в начало, но попал я не в начало. Короче, удачи. Сам не знаю, справишься, не справишься. Но я тебе куда-то я езжу туда-сюда. Вот теперь я на начало выехал. Ой, я вижу этот сталактит, про который ты говорил. Ой, а что там внизу? Очень много чего интересного. Да и что тут нету? Тут дверь. А дверь не открывается, а открывается. Там все открывается. И кто-то орёт. А-а-а-а! Это крик боли, крик страданий, крик отлучений. Стоять? У меня первую два очередь... Василия. О, отлично. Да, у меня один Василий. Главное, чтобы не Захары, потому что Василий... Ну, Захары тоже будут, не волнуйся. Я их не люблю, честно. Понимаешь? Они, ну, они тебя любят. Ну не может быть, точнее наоборот, может быть безответная любовь. Не, ну странная любовь, когда тебя бьют больно. Или ты знаешь, как девочек за косички, типа. Ну. Такое проявление. Проявление садомазы. Здорово. Так, там красный ключ в крестике красном. Но туда пока... рано. Похоже. Может еще что-то внизу могу сделать? Да неужели? Походу все. Я тут больше ничего не сделаю. Может потом сюда как-то можно будет попасть, да? Куда? Вот где я. Похоже на то, ладно. Подожди. Че мне ждать? Потом. Там на выход пойдешь. Окей. Подожди. Идут, подожди. Как у тебя там дела? Да я вроде убиваю потихоньку вот сейчас. Ты в новом месте еще каком-то до сих пор? Да. Да. Забавно, могу сказать. Сюда не попаду. Сюда не попаду. Хорошо. Тогда я пойду в правую дверь. Здесь тоже интересно. Здесь много живностей. В правом углу двери у нас находится. А я думал, ты как Якубович. А в правом секторе! Сектор приз на барабане! В правом секторе. Слушай, не ищи скрытого смысла. А, господи. Ты сам сказал, я тебя за язык не тянул. Ну, это как бы якубовический правый сектор, это тут можно. Ай, боюсь. Но я не услышу, чтобы у Якубовича был правый сектор. Ох! Ох, господи. Отгадай, кого я видел. Ну, с первой попытки. Захара. Захара. Какой ты догадливый. Ну, по-другому быть не могло. Иначе б я промолчал просто. Типа, наверное. Ай, больно. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, болит. Так. Честно говоря, я хочу с БФГ в него выстрелить, а мне, по-моему, и нету его. А куда ж ты все патроны просадил? Это, ну, да ты вспомни прошлый уровень, где куча кибердемонов. И ты хочешь сказать, ухлопал весь БФГ там? Конечно!
Это ужасный был уровень. Что ж непонятного. Нормальное явление на самом-то деле. Куда? Тут два их. Два. Боже мой, урод! Ох, как хорошо. А ты тут был, да? Да, вот тут ты походу и был. Ладно, к тебе я уже идти не буду, смысла особого нету. Так, а мне нужен синий ключ, и как я теперь вернусь? Да никак. Ах, господи. А у тебя синий ключ есть? У меня нету. А что? Ты в ловушке? Плохо. Можно сказать и так. Я не думаю, что у тебя такая же ситуация, как у меня тогда. Я просто тебе. Да, у тебя там плевая ситуация там. Подумаешь, два Захара, в Плутоне будет там их тебя штук 20 в одном этапе. Ну если я не могу с ними справляться, потому что они меня убивают, они сразу все хп мне снимают. 200 на 200 будут, они снимут. А ты прячься, старайся. Так огонек же за мной. Ну ты ему скажи, эй, мужик, прикурить не найдется. А он еще резвый такой. Огоньку не найдется ты ему, он тебе так хлоп огонек. Потом он должен сказать спасибо. Опаленные брови такие, да. Сигарета спаленная. Пепел. А у меня столько крови здесь. Оо. Парарарар. Я нашел желтый ключ. Ну желтый он никому не нужен на самом деле. Как меня так мог? Ладно. Пока я жив, я тебе помогу. О господи. Ну и ситуация, скажу я тебе. Как хорошо, что патроны остаются, как хорошо. Ситуация или ситуевина? Ну, ты знаешь, и то подошло бы. Так, ну вот, я повоевал, здесь сходил. Здесь мне... Я тут... А, вот оно открылось. Музыка подозрительная. Как будто сейчас точно что-то будет. Ого. Плывучие текстурки водопадиком, это очень сильно. Сильно, стильно, странно, страшно. Ну, блин, я не могу найти секретку с этим, с мега сферой. О! Черненькое нечто. Так, идем сюда. Какие-то лабиринтики. Наверное, у меня сейчас будет синий ключ. Ой, что-то сейчас мне предстоит, Алексей. Ой, что-то предстоит. Вначале я, пожалуй, синий ключ возьму. Я так зашел просто. Вы не подумайте, я мимо проходил. Я ничего не хотел плохого. Как-то они не очень рады меня видеть. Что в таких ситуациях делают? Убивают. Кого? Кто кого? Ну, как получится, знаешь. Как правило, меня, да? Так, я вижу желтую дверь. На самом деле, я думал, что это меня не сюда приведет. Это точно. А там ничего похоже. Ты уже ко мне идешь, да? Да. Я так и знал, что какая-то хрень будет. Отойдите, господи! Ты что-то вообще по мне не стреляет, я в невидимости. Ну они так второго. Неохотно. О, ко мне плывет труп барона, я смотрю. В смысле плывет? Не, вроде остановился. Да, все, остановился. Да. Ладно, тогда я пошел в телепорт. Там дальше телепорт будет. Отошел? Так, ты синий ключ не взял, да? Отошел? Все, отойди. А что там? Ключ синий. Так блин, я боролся за этот синий ключ, я хотел его взять, а ты. Кстати, вот это тоже на ключ похоже, не? Ты где? Да я пошел наверх. Так, а желтую дверь? А где желтая дверь? Ну, так вот она дальше, наверх пошел. Да просто все ключи, господи, опять лица. И вот эта пентаграмма, боже мой. Все самое жуткое, что меня пугало в игре в одном месте. Давай. Не хочешь? Давай, давай, твоя очередь. Сколько их я там перебил уже, мне хватит с меня. My war is over. Где-то я это уже слышал.
Плагиачу. Когда я вижу человека с ружьем, я в первую очередь пытаюсь его завалить. Это... Практика показывает, что это лучше. Блин, столько ракет уже странжирил, на самом деле. Ну, это тебе ж минус. Да? Да. Ты должен учиться с дробовика всех валить. Опа! И вот как этих с дробовика? А вот подходишь к нему вот так вот. Вот раз, два. Блин, я хотел его убить. Ты взял очки? Да. Очки... Нара. Нет, тут все закрыто. А выключатель? Значит... А выключатель? Ух ты. Где ты его нашел? А, все вижу. Только здесь делать как-то нечего, знаешь. Тут красный ключ. И наверх не запрыгнешь. Сейчас, подожди, тут где-то вот... Что-то вот тут вот. Нету ничего. Вообще-то вот здесь оно. Красный ключ. Вот. Ты чё там пошёл? Ты куда? Ты ж такой уровень большой, мне кажется. Иди сбоку, там где-то у тебя что-то, я слышал, открылось. Иди, ну иди с Богом. Иди с миром. Сын мой. Я что-то нажал, мне стало темно. Да. Вот. И появились монстры. Ключ взял. Да ты все ключи берешь. Ты нажал кнопку? Нажал, все. Ах, ключик, я иду к тебе. Все, вроде бы все, надо это. Ну давай. Мне просто кажется, что были места, в которых я не до конца все сделал. То есть я пошел в другом. Там, допустим, телепорт был в одном месте. Да, вот тут где-то телепорт. Не, ближе к началу уровня телепорт. Поэтому... Кстати, я ведь взял такую штуку. А, это на выход, кстати, телепорт. Тогда рано, тогда рано. У нас еще 3 секрета не открыты, монстры все убиты. Время искать секреты. А ты внизу открывал красную дверь, что там было? Внизу? Ну там, вот, вот посмотри на карте, куда я смотрю. Там красная дверь была, я тебе еще про нее поговорил. Отойди, я не вижу. Чё, отойди? Я карту, наверное, твою не вижу. Ну, на меня посмотри на карте. Ну. Красная стрелочка, куда я смотрю. Ну, нет, там. Не был, сейчас. Так, здрасте, ты там был. Как ты мог пропустить там все? Я отсюда, блин, и не выйду, потому что ключ нужен. Сейчас, минуту, выпущу я тебя. Выпущу я тебя. Так, да, это телепорт на выход, похоже. Вот любишь ты застревать где-нибудь. И что там интересного? Не знаю. Ты, что не знаю? Ты ходил к красной двери? Нет. А, еще не ходил. Тогда... Иди туда, а я прогуляюсь по другим местам пока. Вот этот телепорт. Ага. Ага, это все. А, ну тут секретка. Не, хотя даже секреткой не считается. Куча патронов. И все, и аптечка одна. Но ты пока не выходи, друг мой. Я же взял штуку, которая открывает мне всю карту, а так не в ту сторону. Ты знаешь, что это значит? Ты будешь искать секрет. Кстати, может быть, там будет секрет с мегасферой? Значит, я дядюшка Скрудж. Так, могу я как-то вот сюда попасть? Я так не могу попасть. Сюда идем. Сюда идем. Возможно, я сейчас пойду в то место, где ты бродил. Но меня там не было. Возможно, там покоятся секреты. Только не так туда надо попадать, пожалуй. А через низ. Вот. А, вот где выход. Кнопка, да? Смотри, там где я выход, оказывается. Я что-то думал, что там где телепорт выход. А ты был вот тут вот, за синим ключом? А, ты сейчас там? Да. Как ты там оказался? Открой меня, я хочу туда.
А зачем ты тут? Я знаю место, где покоятся секреты. У меня тоже оно есть, кстати. Че, у тебя есть штука, которая карту открывает? Да, ты ее взял и... Господи! А что на дне? На как дне? А круто. Ты спрыгни. Спрыгни, и ты узнаешь. Да я вообще хотел, честно. Ну так спрыгивай. Я боюсь, что я застряну. Нет, там лифт есть. Да ладно. Там типа секрет? Тут не ничего знаю. Нету. Пошли. Это начало. Да. Тогда обратно. Тихо, отойди. Ты вот что? Тут где-то что-то ищи. Тут ничего нету. А, погоди, есть. Есть, ты прав. Вот тут вот. Вот тут, вот. Вот тут, куда я смотрю. Возможно, стоит, да, с наружной стороны, вот тут. Да. Че-то взял, а че не знаю. Патрон, по-моему, пистолетный. Меня интересует, мы шарик где-то пропустили. Тебя это очень интересует? Ну, хотелось бы, я этот секрет всегда знал, где он находится. Но сейчас я его что-то не вижу. Смотри, куда я тыкаюсь. Наверное, с улицы. У-ху! А, это, наверное, есть был лифт, да? Да, это, наверное, и был лифт. В рамках Дума еще не было вот таких вот уровней, где высота такая была бы. Это в Дюке в основном все. Ну, честно говоря, я уже не знаю, куда идти. Может быть, на это действительно заканчивать будем? Ну, давай, ладно. У меня, в принципе, 110 на 80... 100 на 181. А у меня на 182. А, ты уехал. Так, вот он, похоже, секрет. Наверное, вот тут. По этим мы ага. Да? А тут броня, тут... А, шарик, наверное, тогда вот тут будет. Тебе шарик нужен, а? Ну, если хочешь, бери. Бери. У тебя 110 на 181, да? 100 на 182. А, ну все, тогда ладно. Это у тебя 110 на 181. Все, у меня 200 на 200, можно выходить. Все. Теперь я доволен, теперь у меня шарик есть, можно уходить, общаться сюда. Секреты открыли, все открыли. Здорово. Только не это... Да, все хорошо. Да, только теперь надо вспомнить, как выходить, ладно. Синий ключ, все, можешь не говорить. И вот он выход. Синий ключ. Ох ты, господи, типа, строительство пройдено. Видишь, сколько я перебил их? Это значит, что мои ключи должны были быть. Я за них боролся. А меня порешали. Знаешь, можно добиться своего и малой кровью. Ты же не ищешь легких путей. Processing area. Длинный уровень будет. Нет. Так что он... в рамках этой серии? Ну, интересный. Ну, я смотрю, тут кибердемон. Смотришь? Да. Мне эта музыка нравится. Ну давай тогда продолжим, потому что уровней много будет в рамках Final Doom. Почему бы нет? Я даже, знаешь, немного... Да, разнообразие уровень, чтоб интереснее было. Правда, он сам проснулся. Ты по нему выстрелил, я слышал. Нет, он сам проснулся. А. Я тебе серьезно говорю, я по нему выстрелил, но это потом, когда он проснулся от страха. Как не дура! Господи, дура летит. Да тут Васьки гуляют еще вдобавок. А как мы будем называть волевых элементарий? Может, бабазина? Колобки? Бабазина, слышишь? Мне колобки больше нравятся. Да? Не знаю, мне они напоминают, знаешь, какую-то старушку такую с круглым лицом. Бабазина. Шагают копытцами своими. Отвлекай его, я буду его тут с дробовика. Ладно, не буду. Черт, я даже не знаю, куда идти. Потому что везде страшно. Ты хочешь сказать моего... Оп! Это ты... Молодец. Че я могу сказать? На самом деле, ты его заагрил. Понимаешь? Я знал, что он не должен стрелять так внезапно. Я только подошел к двери, и там уже... О, слушай, стой!
Это да, жесть, да. Это просто да. жесть. Ревенант бьет его. Два ревенанта. И он не может сопротивиться им. Потому что я его на себя загорел, да. Обалдеть. Такого я еще не видел, сколько в Doom играю. Ну правильно, ревенанты доделали мое дело. Они мои рабы теперь. А нет, ты их убил. Ты их убил все. Ты их убил. У меня теперь больше нет рабов. У меня даже один из черепков ревенанта прям ко мне в окошко залетел. Видишь, он даже склонил перед тобой свою голову. Полниц. Нет. Кто? Кто где? Это ты? Они реально почти не видят, да, тебя? Да. А на улицу как попасть? Потом как-то? Ну там где-то выход будет. Что, прям на улице? Смотри, с какой стороны ты хочешь попасть. Ну там, где были эти демоны. Демон Кибер. Ну вот, вот он и выход, вот он. Вот сюда ты становись и все. Куда тут, сюда? Сейчас, подожди. Так все просто не получится, если ты об этом. Вот. О, это я сделал. Как это не получится? Это, по-моему, я нажал, да? Это я. О, там, кстати, еще сфера поднимается. Там какую-то ты что-то нажимаешь, сфера поднимается. Да, секрет, наверное. Да, наверное. Только быстро надо делать. А ну жми. Ты если хочешь. Нет. Эту сферу? Ну, вот, если ты успеешь, по сути. Ну ладно, если хочешь, можешь взять. Я царь горы. А нет, оно выше даже не хочет подниматься. Ладно. Так, здесь BFG, только у нас-то оно есть все. Вот в чем суть. А, и где ты хочешь сказать, что здесь выход? А ты ключи нашел? Только желтый. Так а здесь ничего нету, что жать можно. Арчика вижу. Арчика? Да. Ну так давай, справляйся. А он как раз рядом с бочками. Так, что дальше? Если что, у меня... Вот, желтый ключ. А как ты попал сюда? Сбоку. Помнишь, как ты удивлялся? А, ты через окошко. Ты что делаешь? Так, кидает он меня. Кидает. А, хотел, ладно, бегай сам. Вот так. Еще один прям под ногами. Розовая тварь. Улыбаются они. Или что они делают? Они глаза теряют в основном. Глаза теряют? Да. Если ты про карту. Нет. Пинки. Обычные пинки. А, эти. Да. Те самые. Тут они зубы свои показывают. Смотри, какие у меня хорошие зубы. Ага. Реклама стоматолога. Помните. Так, где ты с синим ключом бегаешь? Я? Да. Хороший вопрос. Нам на улицу надо, скажи мне. Да нет, на улице там ничего нет. Ты должен подняться, в самое начало практически прийти, подняться наверх по ступенькам. Ну вот я. Давай, поднимайся. Давай, почему бы нет, в общем. А что, проблема какая-то была или что? Ну там, знаешь, все-таки синяя дверка. Да давай. Что, не вопрос, братуха. Ну заходи. Зайду. Ох, слышь, на пьедестале, как новая модель машины какой-то. Кто орёт? Кто орёт? Все. О, еще там Григорий. Домашний паучок Гришка. Очень мило. Не находишь? Хочешь такого паучка дома? Вот. Арахнидик. Ну, тарантула бы не отказался. Ну ты говорил. А ты их боишься? А я боюсь и более мелких. Мне не нравится. Открой дверь. Открой дверь, а. Ты сюда не можешь попасть, еще хочешь сказать? Нет, у меня синего ключа нету. А черт с вами. А идите-ка сюда. Как ты теперь попляшешь, тварь? Как ты теперь попляшешь? Ну же, ну же, ну же. Давай. Возрадуйся силе Тауруса. Будет он мне тут возмущаться. Фу ты, господи. Можешь заходить.
Да, что ты тут мне оставил? Я бы тебе с удовольствием оставил, просто ты же закрыт был. А если бы я пошел тебя открывать, то меня бы поймали на этом действии. Ты как наживка, да. Понимаешь? Открой меня как секрет, да. Я твой секрет. Я буду твоим секретом. Так, а чего мы добылись? А, я там ключ взял, что ли? Красный ключ, по идее. Вот помидор, видишь, летает. Помидор. Вот точно. Его еще помидором тоже называют кое-кто. Кое-кто это кто? Ну ты таких не знаешь. Похоже. Скаладин, по-моему, их называют. Так, выход рано. Скаладина? Скалопендры? Скаладин. Не надо его так обзывать. Обзорщик тоже еще один думовец. Хорошо. Хотя так. Звучит как Шкаладин, ну ладно. Сам же первый начинаешь. Ну это ты меня уже подначил так. А, то есть я виноват, ладно. Секреты какие-то должны быть. Секреты вот. Вот, кажется, что-то еще открылось. Это может я нажал, да? Я просто сейчас жал по каким-то. По чем-то. Вот. Сюда? Вот, выход сюда, да. Да какой выход? Ран. Я имею в виду на улицу выход. Я не знаю почему в книжке с. Подойди! Господи! Книжки с прохождениями. Это называлось плазмой, чем они стреляют. Зеленым вот этим. Ну, в принципе, так и есть. Да, а что тогда у пауков? Тоже плазма. Нет. У пауков настоящая плазма, а это сопли какие-то. У них технологическая плазма, а у этих... Техноплазма. Да, естественная. А у этих натуральная плазма. Там кнопочку я забыл, нажали. И нажал я, но что он открывает, тоже. По-моему, она открыт даже на дверку рядом с выходом. Еще одну. Да. А как да. Синие взять броньку? А вот я сам не помню. Как-то спрыгивать, я спрыгнул. Баба Зина. Как раз из магазина. Это колобок. Баба Зина. Или вот это колобок с глазом. Вот это колобок. Я не против. Так. Мне бы бронька на самом деле не помешала. Ну, до первого Арчвайла. Разумеется. Я помню как-то вот с этих вот барьеров как-то... А, вот. Что, допрыгнул? Как-то вот так вот. Берешь раз, это опускается. Проблема в том, что я ж тебя не вижу. Да, ты не видишь. Мои выстрелы, выйдешь. Вот, все. Тарам-пам-пам. Даже без твоей помощи, по сути. А это не секрет был. Ты знаешь, это был не секрет. Ну хрен с ним, чтобы я больше секретов не помню. Копытце такое одинокое лежит. Холодец сделаешь потом. Да там на год целый вперед. Фух, слушай, крутые уровни. Балансы сложности, легкости, в общем, интересно достаточно таки. И по длительности не совсем такой длинный, поэтому можно на этом заканчивать. О, мельница сейчас будет у нас, уровень мельница называется. Я думал, сейчас будет nuts and milk. А что nuts and milk? Milk. А. А вот это уровень очень жесткий. Мне кажется, тут засада нас какая-то ждет, но как бы там ни было... Этот уровень сплошная засада, кстати, я тебе немножко проспойлерил. Ну вот, как бы там ни было, у нас есть... И нас будут постоянно засаживать. Но сутки будет. У нас есть, чтобы отдохнуть, поэтому вы это увидите только лишь через... Ну, через день, грубо говоря, если не будет выходных. Ну, в воскресенье ничего не выкладываю. Но пока что, ждем засады. Спасибо за то, что смотрели, господа. Оставайтесь на линии, нас ждет еще много интересного. Да, всем до скорого, пока.